Чаще город опускается туман. Ну, точнее, сумерки. И мы впервые за время нашего посещения зоопарка выходим на ночное сафари. Сейчас будем смотреть, кто же у нас спит и с кем. Я попрошу без ассоциаций. Так, идем мы сейчас к Барсику. Сейчас подберемся к Барсику. О, вот это я понимаю. Вот это да, саспенс вообще. Барсик, вылезай. А вон он, видите, два огонька. А, это надо в мой фонарик смотреть. Ладно, не будем коту в глаза светить. Смотрит, как в горбунке. Вы что, меня не видите? Сейчас приблизимся к рыськам. Что там у нас? О, экстрим. Персик, что делаешь? Ага, заначку жуем. Жуем. Так, а где твоя прекрасная пара? Вообще супер. Класс. Я не знаю, разрешено ли это в правилах, но в правилах ничего об этом не сказано. В глаза светить не будем, провоцировать не будем. Антилоп не обещаем. Сцена ночной охоты тоже. Ну вот одна из них, в принципе, можно как сцену ночной охоты квалифицировать вполне. А, сейчас надо запить обязательно. Персик, рассолчиком запей. Супер. Лучше рядом включи. Персик. Вообще. Атмосферщина, персик. Персик, ты так удивлен. Чуть-чуть, моя лапочка, не бойся. Не бойся, это я. Гордый рысь растворяется во тьме. Так, видим что-то белое. Ну, это точнее белый кончик хвоста чернобурки, которая от нас сбежала. Поэтому пойдем дальше. А, вон она все-таки появилась. Да, дорогие друзья, у нас уже снег. Снег практически еще последний день октября. Что за звуки? Люка, ты все плачешься на свою горестную волчью судьбу. Да любой волк дал бы себе хвост отрезать, чтобы на твоем месте оказаться. Так, в общем, что я вижу в телефоне? Телефон постоянно фокусирует. Непорядок. Люконька. Люкочка. Кс-кс-кс. Ой, господи. Кс-кс-кс. Не плачь. У тебя шуба хорошая. Перезимуем. Перезимуем, нормально переночуем. Да. Вот как-то так. Ну, хороший, красивый. А вот лиса обычно на свет идет. Кстати говоря, мы как-то отдыхали на озере, и одну лису высветили фарами прям. И пришлось угощать. Хотя бытует мнение, ну где-то там прячешься. Все. Что животных нельзя кормить. О, давай, come to me, baby. Come on, baby, light my fire. Давай, детка, сарки. Да. А я вот думаю, что можно. Надо помогать братьям нашим меньшим. В лесах жрать нечего, правда же? Тити, такая лапочка красивая. А где еще двое? Короче, ночные животные у нас действительно ведут несколько ночной образ жизни, как я смотрю. За это я и люблю мой Урал. Такой красивый силуэт сосны на вечернем небе. Здорово смотрится вообще, так по-японски немного. О, пятнашка, привет!
не меньше удивлена, чем персик. Ты еще скажи, такое спать не дают, тут с фонарями шаландуются. Красота. Красотища. Ночной обход, пятнашка. Почему не в маске? Почему не в домике? Ну ладно, ложитесь спать. Вот эта синяя штуковина, чуть подальше от НЛО приземлилась. Это крыша конькобежного центра нашего. Ледовый дворец. Так, сейчас попробуем Матисса высветить каким-нибудь макаром, но не получается. А, вон он. Матисик. Вон он. Вон он, мой золотой. Эх, жалко, у меня фонарь не такой функциональный. Ну, тигр ускользающий во тьму примерно виден был, да? Так, ну, значит, часть стереотипов оказались частично верными. Коты действительно не спят практически все. О, какая красота. Больше мы, наверное, никого не будем снимать в ночном сафари. За нами сторож идет, а может быть он дворник злой, может не злой. Мы к мишкам направимся, пожалуй, к белым. Ну, у вас здесь включено 24 часа, да? Такое разное освещение. Мирчик рядом с мячиком спит, тут и мой лапоньку. Ну, а Мирчик не знает, что он ночной, сумеречный. Поэтому спит и в сумерках, и ночью. А ты, красавица, чего не спишь? Ты моя хорошая, здравствуй. Привет. Что там, сервал еще справа? Думаю, моя хорошая на меня узнала. Привет. Интересно, сторож видел, куда я шмыгнул? Ты хороший, хвостик подняла. Да ты девочка. Территорию, кстати, метит, наверное. Они и головой еще, да, вот так трутся. Ну, здесь подсветка вообще не нужна. Мы и так видим, насколько же мордочки милые, да? Привет! Хакуна Матата. Доброй ночи. Какая прелесть. Попробовал дальневосточным засветить фонариком, и тут появился сторож, я быстренько оттуда снулся. Но они в домиках спят. Вот. Сервальша наша, генеральша. Пум, что-то вообще не видно. Ну, Пумыч, наверное, спит в домике, а где Анжелика, я даже не знаю. Так и не узнал, но узнаю скоро. Интересная ночная жизнь в зоопарке СМЭ. А люди не мешают, и звери спокойно играют. Мячик надо помыть, да, в поилке желательно. Ну что, ребят, давайте знакомьтесь побыстрее. У вас жилплощадь будет больше. Будем следить за развитием. Мерчик, не дрейфь, Свободная Африка тебе передает привет. Груминг, да? Груминг, клининг. Эти ребята всегда веселые. Что говорят, у них самцы изгоняются из стаи. Весьма современно. Ребята, это хардкор. Зловеще так. Кстати, 31 октября, будь оно неладно. Тыквенный день, блин. Всяких чудиков. Ну вот мы видим кого-то из белых мишек весьма смутно. Потому что луч наполовину гасится через стекло. Как-то остается вот то, что остается. Ну ладно, вот на этих красавцах и закончим сегодняшний эфир, пожалуй. Супер. Всем спасибо, приятных снов. Любите зверушек.